июне этого года сел на велик и в путь, дальний путь полетел. Первый шаг — Красноярск, километры друзей и дороги, солнце — сказочный свет. И свет в наших глазах. Эти мальчишки и девчонки впервые в профессиональной звукозаписывающей студии. Накануне с ними весь день занималась педагог по вокалу. И, конечно, она не могла бросить своих подопечных. На запись пришли дружной большой компании. Вот последний костер, и к нам с неба ангел спустился. Больше я не один на чужих берегах. Ребята действительно больше не одни. У них теперь есть хорошие друзья. И те, с кем они крутили педали целых 700 километров. И команда нашего телеканала, и все те, кто вложил частичку своей души в проведение велопробега. И сейчас наши юные герои смогли встретиться вновь, чтобы записать гимн «Сердце километров». Мы моя контрольная точка, это мир, где мы все стали чьим-то сыном и дочкой. Это и есть главная цель нашего проекта, чтобы у каждого ребенка были мама и папа. Об этом поют ребята, об этом они мечтают. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Это про тебя? Это, мне кажется, про всех. Гимн «Сердце километров» совершенно неожиданно принесли нам в последнюю ночь велопробега. Руслан писал его 5 часов без перерыва. У мальчика даже закончилась ручка. На съемки клипа и запись песни ушло столько же времени. Каждое слово вложена душа. Я вот сел вот вечер, последний вечер, и вот начал писать эту песню. Ну, я очень вдохновился, конечно. Потом я пошел к воспитателям, они сказали, ну, эту песню мы сделаем гимном. И вот и вот мы здесь все собрались, я очень рад, что все вот здесь. Это очень круто, мне такие эмоции давно не получал, не писать, это очень круто. Каждая встреча для ребят – большое событие. Они очень скучают и по проекту, и друг по другу. За время пробега вся наша команда стала настоящими добрыми друзьями. Я вижу радость, удивление и счастье, по большому счету счастье, потому что я оцениваю именно счастье вот так, когда глаза горят, когда они понимают, что они вместе, что они делают одно очень серьезное уже дело, я имею в виду то, что, чем мы сейчас занимаемся, потому что у нас на эту песню, на этот клип самые грандиозные планы. Планы действительно грандиозные. Авторы песни, группа «Бурито», поддержала наш проект, разрешила использовать песню и, возможно, споет ее вместе с «Сердце километрами» уже в следующем году. А мы решили, надо, чтобы этот день ребята запомнили на всю жизнь. И дружная команда велопробега отправилась летать в аэротрубе. Немного подготовки, чтобы мальчишки и девчонки научились владеть своим телом в режиме свободного полета. И несколько минут восторга и незабываемых эмоций. «Сердце километры» на этом не заканчиваются. Впереди еще круглый стол, где подведут итоги нашего проекта. А клип сейчас находится в обработке. Он появится в эфире уже на следующей неделе. Но несколько кадров мы хотим показать вам уже сейчас. Не пропустите полную версию. Ребята очень старались. В моем сердце так много любви. Разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери. Забери меня, мама. Алина Штоколова, Алексей Овсянников и Всеволод Никитин. Новости. При поддержке компании «Красцветмет».